Отец Габриэля Аморт. В ночь на 4 июня вы провели обряд экзорцизма. Она не была одержима. Она была психически неуравновешена. В чем вообще дело? У нас к вам есть еще вопросы, отец Аморт. Если у вас есть ко мне претензии, поговорите с моим боссом. С папой. Есть одно дело. Оно требует твоего внимания. Приведите мне священника. Перенес ли мальчик какую-нибудь травму? Он видел, как его отца казнили. Я здесь, чтобы помочь, Джулия. Неправильный священник. Какова твоя цель? Ты, я твой ночной кошмар. Мой кошмар? Это Франция, выигравшая чемпионат мира. Ты не сможешь вечно прятаться за шутками. Эми, это папа. Папа? Вы все умрете. Это печать Ватикана. Церковь и раньше боролась с этим демоном, и Ватикан скрыл это. Тебя подставили, и ты заглотил наживку. Что бы ты ни делал, ты делаешь это только с позволения Бога. Он и это позволил. Представь, что могло бы произойти, если бы дьявол вселился в душу папского экзорциста. Кто будет защищать тебя? Моя вера не требует защиты. Экзорцист папы. Озвучено для канала в рейтинге.